Эстафета хороша и та, и эта. Мужчины бесконечно выбирают модель женщины. Эстафета хороший тот и этот. Без конца девчины выбирают модель мужчины. И тоже всем здорово. Тебе, Паша, не пацанечек, а тебе, Дима Чардеч, если вообще смотришь это видео. Итак, с вами я, Кирилл. Мы продолжаем. Игры, сериал The Evil Within. Шестой сезон, пятая серия. И начну я эту серию с одной очень прекрасной и хорошей новости. Сегодня у нас в программе присутствует гость, которого мы все так долго ждали. Заходи, гость! Привет, Пашенди! С тобой Димыч Андрей! Который, если вообще смотрит это, сука, это видео. Ну, да поздоровайся. Привет, Пашенди! Это напоминает видео, как Resident Evil 4, вспомни. Итак, ну что же, мы продолжаем The Evil Within. Итак, Димыч, скажешь, так, у нас было прошлое. В прошлой серии мы, короче, там побегали. Я уже забыл, что там было. Ну ладно, мы направляемся дальше. В прошлой серии была просто полная жесть. Мы встретились с огромными лосями, с дубинами такими большими. И теперь, Пашенди, короче, продолжаем идти дальше. Просто продолжаем идти дальше. И дальше будет, сука, еще сложнее, чем было сейчас. Понимаешь, это будет просто, сука, это будет что-то просто. Не буду говорить, что будет. Ты сам должен догадаться. Это будет прямо сейчас. Я буду орать, как дебил. Сука! Вот эта херня! Я просто Что терпеть. это? Димыч, твое мнение. А? Поверни, скажи веб-камеру свое мнение. Ну говори. Что это за извращенная фантазия маньяка? Кто же, я надеюсь, это не миками такое сделал. Давай включим подарок, потому что ни хера ничего не видно. Так. И посмотрим. Мне похеру, я буду записывать с таким экраном, потому что мне так больше нравится. Это только начало. То, что мы ее видим, это не думай, что это просто так мы ее видим, то есть и все. Она потом. Это чтобы было. Да, ну там, если в лесу, то все равно будет перчить под лагерь. Но зато лучше. Блин, сука, я боюсь ее. Блин, это такая. Так, подожди, у меня нет шприцов. Как я буду сейчас, короче, мальчик, ты будешь полностью ржать, потому что будет очень сильная жесть в этом видео. Так что, мальчик, ты не удивляйся, если будет такая. Как бы сказал Куплинов, херобора. Так, подожди. Открываем. Блин, я так боюсь, Дима, что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Подожди. Сука! Бежим! Извини. Что делать-то? Делать-то что? Что делать? Нет, что делать? Завис. Все, вижу, завис. Пока эта сука открывается, помогите! Быстрее, бежим! Подожди. А что делать? Сука, что делать? Не уставай, да ты видишь, что там с тобой бегут. Димыч, отлично, ну пари, давай, что со мной. Быстрее ты. А, она еще телепортируется, сучка. Там, конечно, баночки. Что? Что? Нет, помогите! Нет, нет. Давай попробуем мы ее сейчас, знаешь чем? А у меня огненный есть? Да нет, нет! Подожди, стой, не. Так, подожди, огненный. Хрена че ты дробовиком, чтобы она вообще обосралась. Нет, нет, ей нужно огненный, она сука, огня боится, понимаешь? Сжигательных болтов. Сука, у меня нет арбалета, сука. Смотри. Не тот болт взял, сука. Ничего. Беги, сука, куда бежать-то? Куда бежать? Вот, сюда, сюда, вот. Твою мать, да что ж такое-то? Нажимать что-то надо быстрее. Тебя вообще видно в веб-камере или нет? Жаль. Ну наконец-то, блин, я вообще так-то чуть не пересрался от страха. Главный герой, должно быть видно тебя, а я второстепенное лицо, поэтому я останусь за кадром. Если надо, то я обязательно пойду с вами. Да, пошли. Ну что же, это появилась одна хорошая новость, но я очень немножко боюсь. Я хотел сейчас Димычу доверить ненадолго управление этой игрой для более реалистичности, но я не знаю, если он пройдет, конечно. Ты что, издеваешься? Я не знаю, как управлять, я не знаю, как я пройду. Мне нужно поиграть, как минимум. Поиграть, ну да.
Кирилл Олегович, давай так. Мы запишем отдельный эпизод с вырезками, где я играю от начала и сука, до конца, но я... как я играю. С вырезками, где ага. Вот. Только без вступлений. Да. Сейчас надеюсь, она не появится, потому что именно в этом месте начинается полная жесть. Потому что когда она появляется, надо постоянно драпать. В общем-то, начиная с этого момента появляется, короче, такая полная херня, то, что она начинает нас преследовать, как немезида. Короче, представляем тебе Немезида 2 возвращение. Только это хуже. Немезида хотя бы не сразу ланшотит. Только блин. Это уже женского пола боссы, и поэтому Кирилл пошенький. Тут, она, короче, она надо... будет жестче. Да, тут, короче, надо какую-то херню... Подожди. А, вот, все, активировать. Я помню, когда первый раз проходил, я вообще так долго вообще мучился, ты не представляешь как. Тебя спас. Да, он меня научил этому. Нет, так, как... Нет, он научил меня, стоять. Как правильно врагов вырубать с помощью бутылок. Так, теперь мы тут мы должны, короче, какой-то рычаг повернуть. Вот, вот сюда, да. Это только начало. Тут начинается реальная жизнь. Сука! Быстрее бежим отсюда! Ай! Ай! Нет, 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 стоять! У меня нет патронов! У меня патронов нет! Не уставай, пожалуйста! Я выжил? Я выжил еще? Как? Не могу, у меня нет аптечки. У меня аптечки нет. Вон она, вон она, вон она, быстрее берем. Прям. Сука, какого хера? А, у меня есть, у меня есть, у меня есть. Почему? Откуда? Но мне же не было. Прям мы ее сейчас сносилуем этими. Какой арбалет? Давай, гори, сука, гори, сучка. Куда нажимать-то, блин, куда? А вот все, понял. Там... Ну я думаю, что успею собрать, да? Я, конечно, понимаю, все очень хорошо, но я не успею просто ее собрать, сука. Подожди, все. Подлотнул, ничего страшного. Ну, давно. Так не в этом суть. Бежим! Да не бой! Спади, боже. Да куда ж ты устаешь-то, сука? Ты понимаешь, что мне бегать надо? Был бы это твоим с руком, я бы ему два поставил. Нас насилуют, помогите, что мне делать? Вот что значит, короче, это многорукая няшка. Сука, я забыл секундомерно сочинение. В соседнем доме. А я думаю, что они из соседнего дома пойдут в этот дом меня что-то там ругать. Да, и начинаем записывать, собственно говоря, отсюда. Херово, но ничего не поделаешь. Такова судьба. Такова судьба моей жизни. Так. В общем, короче, мы знаем, короче, что эта многоруконяшка боится огня. Мы это знаем, то есть теперь у нее есть преимущество. То есть, наоборот, преимущество. Просто беги, просто беги. Просто беги. Yes. Так, подожди. Подожди. Давай. Мы на этот раз мы баночку возьмем. Давай используем. Ну с арбалетой что ты волнуешься? Защитная фантазия. Ну исчезай ты! Ну и... Сука, что ж такое? Что так долго вырубается? Она даже в огне нас хочет изнасиловать. Это самая отвратительная сцена, которую можно было придумать. Да, это извращенная фантазия, действительно, Дима. Извращенная фантазия маньяка перешла все границы. Теперь ну да. Точно ее накажут. Да-да. В кавычках. В кавычках нет. Дальше. Накажем, не волнуйся. Не просто... Мальчик, ты не волнуйся, все будет нормально. Это я к Пашенью сейчас обращаюсь. Очень просто забьем на нее в жопу. Блин, я думаю, сейчас взорвется.
Я успел ее стоя вырубить, охренеть. Да не уставай, пожалуйста, не уставай. Ты понимаешь? Давай, давай, ты понимаешь, что... Если она тебя насилует, может, что давай. Я знаю, знаю. Давай кашу жри, сука. А, вот. Ну да, реально, это реально. Ой-ой-ой. Подожди, 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 стой. Мы еще подождем, мы просто... Мы выждем время. Ну и скоро эта херобора закончится. Конец. Я знаю, знаю, знаю. Это самая будет трэшная у нас часть. Бумчик четвертый, как он сказал. Да не беги ты! Уходи! Сука! Молодец, все, успел, успел. Надо подождать. Подожди, подожди, стой. Давай, бери арбалет. У меня его нет. Зажигательный болт последний. Сделать. Ой. Сделаем 4. Давай, быстрее. Где она есть? Блядь. Подожди, я начну подождать. Так, теперь быстренько берем пистолет и стреляем в эту херобу. Подбам тебе огонька, сучка. Так, подожди, сейчас, быстренько. Убирайся ты. Да. Сука. Какого хера я не попал? Что, болта, что ли, нету? Пусть далеко. Что? Что? Что делать? Быстренько водичка зальем. О! Давай, Геркулес, сука! Все. Слава богу, контрольная точка. Сейчас мы эту шатину пройдем. Вот тут я много раз, сука, вообще подыхал. Реально. Серьезно. Да. Да, мы тебя. Система там стоит. Да. Да точно. Держи, сука. Да, стой, стой. Да не вот они есть. Не боятся эту сучку. Ай! Сука. Ладно, понял. Лучше с огнем не играться, лучше с огнем не играться. Ты быстрее, где меню? Видимо, с ней все, да? Сейчас. Ты что, просрал болт, что ли? Хер его знает, помогите! Отдыхай, в меню отдыхай. Сука, в меню отдыхай. Спасибо тебе огромное, вообще, Себас. Беги, давай, быстрее. Ты видишь, что... Твою мать. Берем быстрее. Подожди, нам нужен болт, да? Три сделаем. Ты куда ты? Ой, блядь, пистолет. Все, достало меня. Вот это вот, вот о чем я говорил. Это была последняя капля. В позапрошлой части я именно об этом говорил, что будет вот такая, сука, вот. Поэтому я даже плакал, я жаловался маме, я в полицию там, я... Ты пошел все нахер, я сейчас пошел нахер. Нет, надо добить полностью. Все, надо ее добить. Сдавайся, Кирилл, у тебя все получится. Быстрее! Сука, она уже лезет, тварь. Подожди, сейчас мы ее быстренько. Быстренько. Сюда иди. Подожди, подожди, а че я туплю-то? Сейчас мы кое-что другое сделаем, кое-что получше, чтобы не тратить болты.
сюда иди, давай, иди сюда. Хера ли я не попал-то? Куда? Нет! Ты стоишь? Ну говорит так. Быстренько сейчас сделаем. Я могу, я все могу. Да бежит, я знаю, тихо, не ори так, подожди. Сейчас все, нет, сейчас все. Подожди, это место я знаю, как пройти. Зачем я вообще его поджег? Нет! Арбалет! Подожди, стой. Мы ее обманем, мы обманем. Убей эту суку! Дэш. Давай, не кубелика делай. Давай, Франклин, это опять паркур. Если болты потрачу, и будет херово. Зачем ты, чем ты их вспоминаешь-то? Да, сейчас, подожди, я... Ну и тут шприц. Ладно, еще раз сниму. Какого хера-то? Нагнем. Да, вот тут, кстати, чаще всего подыхаешь. Именно в этом месте. Все, я уболтаю. Да, сейчас сосредоточимся, короче, так сделаем ее. Ой, я ее кацанул. Сука, ты куда телепортируешься-то, а? Да еще чего? Давай, быстрее. Давай, Себастьян. Yes. Быстрее, быстрее, быстрее. От нее надо просто тупо держаться подальше. Подожди, сейчас мы сделаем какую-нибудь одну получше. Чтобы питать эти патроны от арбалета. Она мне шприц не дает взять, сука. Сейчас у тебя все получится. Сейчас шприц, сука, возьмем. Почему нельзя-то? У тебя максимум. Все нормально. А делать-то что надо? Что делать-то надо, подожди, я забыл просто. Все, я реально, вот! Да я знаю, да. Надо сейчас ее отвлечь. Спасибо, что я промахнулся. Она заразилась. О!
ты быстрее это делать можешь. Блин, беги-то уже! Вот, все. А делать-то что надо? Да похеру ей вообще на эту херню! Быстренько сделаем. Куда я... Я просто-напросто не успею. Я успел. Переключай, ты сука, ты что ж такое неуправленный? Можно идти, все, тихо, можно идти. Подожди. Ты сука, стой, меня... Ой, я тебя спасу. Души меня, типа она мне души, души меня, типа она... Трэш, дикий трэш. Давай, отдыхайся. Хоть тут можешь отдохнуть. Это было что-то, конечно. Пол выпуска проебали. Да. Что там за ролик-то у нас? Да кем ты себя возомнил? Только ушли, этот дебил появился, блядь. Я знаю, кто ты такой, Сэм. Я знаю, что ты ждешь, чего боишься. Куда ты делся? Да будут сейчас сложные тебя. Этапы. Будет конечно, что. Сука. Ну что, едем, типа, что ли, да? Давай, короче, ты делай. Я все болты на нее просрал. У меня 12 болтов осталось, надо их экономить. Дойдем до сохранения и закончим эту серию. Чем я буду босса-то побеждать? Подожди. Подготовимся к следующей серии. А чем я буду босса-то вообще побеждать? С горем пополам. Ты будешь босса побеждать вообще. Вот этой рукой, сука. Да. Чё ж жду? Я отомщу тебе. Я твоим же оружием тебя выиграю. Ну да. Нагну тебя твоим же оружием. Отшлёпаю, в кавычках нет. Отшлёпаю тебя же твоей же рукой. Ну да. Может максимум 4, да? Да. Лучше сейчас их сохранись, когда сохранение будет. И потом уже в следующей серии начнётся. Полный трэш. Тебе надо сохраниться сначала. Shit, back here again. Я опять вернулся в этот замок. Который был в начале этого сезона, да, Димыч? Кирилл, сохранись и в следующей серии начнешь, потому что в этой серии тебе нужно уже собраться после этой серии. Я знаю, но мне начало сохраниться, да, действительно. В общем, вернулись мы, короче, в замок. Как, сука, там же улица была! Как мы вернулись-то? Я не пойму. Лифт появился здесь, но за пределами этой двери была лес. Как мы вернулись-то? Была лес? Был лес, то есть. Это все Рубик. Это Рубик с все этим стемом сраным, блин. Все, я его убью. Короче, все, сохраняемся. Добрать. О, еще одна пластина. Да, я прочту. В общем, вот такой вот трэш. Нет, это пластина была, это просто. Ну, если найдешь записку какую-нибудь в следующий раз. А, тут, короче, все двери закрыты, и на втором этаже тоже все закрыто. Я знаю, тут нельзя пройти, только вперед. Ну, вперед так вперед. Да. Пошли, какая поехали. Херня нас ждет, да? Да. Слушай, ждем. Себастьян, когда мы закончим эту серию, ты там развлекись вместе с тобой и подготовься. Ну да. Или как бы сказал Куплинов, мать, развлекись с Себасом. Себасом. Он так говорит просто Себас, мне закалывает. Блюдо готовящееся. Ну ты вообще какой-то, блин, не знаю. Ну-ка подойди к тому манекену. Я его разобью. Зачем ты это сделал? Хорошая тёлка была. Ну да. Хорошая тёлка. А где голова свиньи? Тут же голова свиньи была, над которой Рубик маленький прикалывался. Ладно, идем дальше. Себас схавал. Хавать захотелось, вот он и схавал. Ну да. У тебя будет какая-то сцена, да?
Я угадал? Ну да, я угадал. Я буду читать субтитры. Твою ж мать, это же Лезли. Подожди, я... Ладно. Так, готовься читать. Что он с ним делает? Ты что? The only patient ever, as far as I know. Насколько я понимаю, другим пациентам не удалось. Чудес, и при этом все это, короче, наш путь к спасению детектив, причем единственный. Какую я хуйню несу. Это же окей, надо быть человеком, чтобы такое нести. Да куда? Ну делай, Дима, тоже делай. Я ухожу отсюда. Я ухожу. Прекратилось, походу. Где мы опять? Как же так? Ты нас предал, сука, мы тебя убьем. Ты заодно с этим Рувиком, мы тебя убьем. Нахер, господи. Что это? Опять эта херобора, которая была в прошлой части, которая за нами бегала. Вот как, вот почему. Что за изящество? Доктор, он хочет того же, что и мы. Он хочет выбраться. Ай! Ничего себе! Как мы сквозь решетку Как мы сквозь стену? Это что сейчас было? Контрольная точка! Может, мы на этом закончим? Подожди, еще профиль сохранен. Еще сейчас будет сохранение. В общем, еще у меня одна плохая новость, короче, есть. В следующей части, короче, будет... Короче, дикая трешатина выпуск называется. Дикий трэш. Дикий трэш, да. Короче, в следующей, короче, серии будет у нас, короче... Что у нас будет? У нас будет этот босс. Вот этот вот... Непроходимая серия. Вот этот вот... Назови... Хероборный мамонт, который сейчас был. Назови, короче, будет... Серию, нужно будет его... Фантазия. Да подожди, я знаю. Че он в следующей серии у нас? Короче, он будет боссом, когда мы спустимся. Будет «Извращенная фантазия маньяка 2. Ну да. Да иду, я иду открывать. Не звоните больше, полиция. Иду, кто? Полиция! Иди нахрен, полиция. Так, подожди. Ладно, извини. Я так сказал, да? Кто-то стучит-то, блин. Куплинов не так пискляво говорит. Мам. Алло, мам. Короче, приходи быстрее. Тут стучит, короче, у меня в дверь. Да прекрати это. Иди сюда, приходи, короче, ко мне. Тут... Кто там? Закрывай дверь быстрее, иди сюда. Дима, сейчас пока справляется с этой тварью, а мы быстрее заканчиваем выпуск. Сейчас быстрее сохранимся. Быстрее. Да не могу я, мне надо прокачиваться. Ушел он? Ушел? Я вместе поможем друг другу. Давай, я тебя пущу туда, ты его убьешь, давай. Дима, сейчас закончи выпуск, извиняюсь, сохранись. Давай. Сохранись в запись. Короче, по Шенди, это выпуск заканчивается, это... Кирилл Олегович, это пошел разбираться с каким-то дауном. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Как выпуск закончить? Какой кнопкой? Я, короче, справился с этим монстром, мог не заканчивать выпуск. Как выпуск закончить? Кнопка не работает. Какая нахер кнопка? Я справился. Лежи там! Что ты будет? Подними его спиной, пока. Все. Ты еще не сохранился?
Так мы сохранились, нет, мальчик, подожди. Инструмент мастера, 8.59. Ты, ты куда сохранился? Я вообще никуда не сохранился, я в 12 нажал закончить запись. Ага, так. 8.16 нажмем. Ладно, в общем, прокачаемся в следующей части. Но сейчас, думаю, можно закончить. Здесь этот трэш был сегодня подходящим, да? Лежи, я сказал! Все, тихо. Так, короче, все. С вами был я, Кирилл, и... Димыч Андреевич! Который так... Увидимся в следующий раз. Да, который, сука, и так редко появляется в моих увидимся видео. Увидимся в следующее воскресенье. Можно и так сказать. Если я вообще в это воскресенье еще не перееду после недели. Ну, в общем, посмотрим. Ладно, в общем, это была 6-й сезон, 5-я серия, Дикий Трэш. С Димычем. Да, Себастьян, увидимся в воскресенье. Ну, именно с Димычем, а так-то, может, мы еще и увидимся. Все, с вами был я, Кирилл. Говори, что понравилось, что не понравилось. Ставь лайки, мысленные комментарии и... Да. Всем пока. Следующая часть будет дикой просто.